Вже традиційними протягом багатьох років стали зустрічі народного депутата України Сергія Ківалова з представниками засобів масової інформації Одеси та області з нагоди професійного свята Дня журналіста. Як завжди, парламентар привітав працівників телеканалів, газет, інтернет-видань, прес-секретарів органів державної влади, представників наукової еліти і громадських організацій та відзначив їхні досягнення у сфері журналістики. Сергій Ківалов також підкреслив важливість розвитку регіональних ЗМІ та їхню соціальну значимість у створенні повноцінної інформаційної картини. Сьогодні самое важное нужно помнить, что самая сильная школа журналистики в городе Одессе. Наибольшее количество средств массовой информации, особенно телевидения, находится именно в Одессе. А знаете почему? Просматриваются и востребованы, потому что качество хорошее, потому что журналисты наши лучшие. Я искренне поздравляю всех наших журналистов с профессиональным праздником. Хочу, чтобы они всегда были востребованы. Очень хочу, чтобы они были счастливы, удачливы. И пусть их хранит Господь. С праздником вас, дорогие наши журналисты! Парламентарій урочисто вручив журналістам почесні грамоти та цінні подарунки. На честь професійного свята працівники ЗМІ були удостоєні іменними годинниками від народного депутата України, золотими та срібними медалями, а також почесними відзнаками та орденами. То, що в Одесі є можливість зустрітися з журналістами із різних виданий, які займаються різними проектами, це дуже важливо. І то, що я наблюдаю, що Сергій Васильович Ківалов якраз і організує ці зустрічі, я бачу, як починають між собою спілкуватися журналісти, це те, що їх ось ця площадка з'єднує, мабуть, це дуже здорово. Що стосується таких зустріч, які проводить Сергій Васильович Ківалов, ну, я вважаю, що це дуже здорово. І ось такі зустрічі, вони дозволяють вспомнить, увидеть, что не только ты занимаешься этим делом, да, что вокруг тебя масса профессионалов, что, оказывается, есть огромный коллектив точно таких же, как ты, людей. Ну, мне кажется, это очень важно, очень здорово, да, и это уже традиция. За словами заслуженого журналіста України та голови Одеського відділення Національної спілки журналістів, сьогодні політики мають постійно перебувати в інформаційному просторі та бути на очах у своїх виборців, зокрема завдяки соціальним мережам. Вот я, например, я глубокий противник Фейсбука, но сторонник Инстаграма. И вот подписан, в частности, на Инстаграм Сергея Васильевича Ківалова. Вы знаете, пресс-служба, которая сегодня ведет эту социальную сеть политика Ківалова, работает на ура. Видно каждое движение, каждый шаг, каждое мероприятие, каждое действие, каждый законопроект и голосование Сергея Васильевича. Вы знаете, сегодня надо на это смотреть и этому учиться, наверное, пресс-службам всех наших местных политиков. На примере Сергея Васильевича Ківалова, наверное, можно показать, как необходимо работать со средствами массовой информации, потому что по рейтингу, по социальным опросам, которые происходят в Украине, знаете, более серьезного рейтинга ни у кого нет, потому что здесь действительно нацелено на то, чтобы действительно встречаться, информировать, проводить отчеты открыто, не закрыто, граждане знают. Нагадаємо, що напередодні парламентських виборів молодіжна рада при Одеському міському голові, рада ректорів Одеського регіону та багатотисячний колектив Юракадемії одноголосно підтримали висунення кандидатури Сергія Ківалова у народні депутати. Провідні журналісти таке рішення також охоче підтримують, адже народний депутат у своїй діяльності приділяє особливу увагу захисту працівників ЗМІ. Зокрема, при юридичній клініці створено центр правової допомоги журналістам. Он всегда был депутатом от Одессы. И, наверное, один из немногих депутатов от Одессы и Одесской области, он всегда защищал интересы нашего города и нашего края. Поэтому, конечно, если говорить о поддержке, то, конечно, фамилия Ківалова, как выдающегося, повторяю, организатора и доказавшего, что он блестящий менеджер, конечно, поддерживает Сергея Васильевича. Человек, который ратует за стабильность, за покой, за развитие города, страны в целом, он не может не пользоваться поддержкой. Я считаю, что одесситы с удовольствием на выборах проголосуют еще раз за Сергея Васильевича Ківалова, потому что это человек, которому они безгранично доверяют, любят. И вы видели на встречах с людьми, вот какая существует такая теплая атмосфера между этими просто жителями Приморского района
и всеми теми, кто пытается задать депутату какой-то вопрос. Он знает, что он однозначно получит на него ответ. Это очень важно. Поэтому, естественно, люди придут, поддержат и проголосуют. У него колоссальный опыт. У него и было достаточно много было здравых идей, и законы мы помним, замечательные, в том числе и о языке, который с его легкой руки был принят. Сергей Васильевич истинно народный депутат в прямом смысле этого слова, и я другим не представляю. Кроме того, сейчас очень важно смотреть, кто что сделал, да, а дела Сергея Васильевича говорят за него. Потому что это можно посмотреть, увидеть, это можно потрогать, пощупать. Мы можем, так сказать, кругом посмотреть и увидеть плоды деятельности Сергея Васильевича. То есть во всех юридических структурах ученики юридической академии. Мы видим, какой там уровень подготовки, мы видим, каких выпускают специалистов. Мы знаем законы, которые Сергей Васильевич инициировал. Ну, поэтому таким людям туда и дорога. Вполне естественным является то, что большой коллектив журналистов, присутствующих здесь, поддержал решение Сергея Васильевича представлять Одессу в Верховном Совете. Мы знаем о том, что существует решение многотысячного коллектива юридической академии в поддержку выдвижения кандидатом в народные депутаты Сергея Васильевича. И я думаю, что не только жители Приморского района, но и все жители Одессы знают Сергея Васильевича по делам. Он такой человек, который не просто рассказывает, как это стало сейчас модно, а есть конкретные дела. Там, где Кивалов, там уровень. И это особенно ярко видно сегодня, когда мы видим деградацию и практически везде. За словами самих працівників ЗМІ, дуже важливо заохочувати молодь до роботи у журналістиці. В Одесі якісну підготовку нового покоління журналістів здійснює факультет журналістики Одеської юридичної академії. Наші випускники, ми за 5 років, вперше в прошлом году випустили перший випуск магістра міжнародників. То, что наши выпускники, магистры, международники работают практически все в журналистике. Это один из главных показателей, насколько востребованы сегодня выпускники этого учебного заведения. То, что люди, которые выпускаются с факультета журналистики, которые умеют писать, снимать и показать, что их сегодня приглашают не только одесские медиа. Я горжусь тем, что наши выпускники работают по всей Украине. То, что даже сегодня каналы, которые приглашают все украинские каналы, это тоже наши выпускники. Я горжусь тем, что наши ребята активно принимают участие во многих международных проектах. Вот даже сейчас у нас стартует проект, который поддерживает Международная ассоциация гуманитариев. Плюс у нас проект, который мы взаимодействуем с Управлением Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций. То, что нас поддерживает Министерство Федеративной Республики Германии. Можно назвать эти проекты, их очень много. Буквально позавчера приехали наши ребята, они реализуют проект при поддержке программы развития ООН. Через 10 дней наши студенты второго курса едут в Луцк на медиашколу, которую тоже поддерживает посольство Соединенных Штатов Америки. Очень приятно, что на этой базе прошло ни одна международная встреча журналистов. Приезжал господин Гутиеррес сюда, Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов, представители Верховного комиссара по правам человека проводили три мероприятия, три серьезных семинара для юга Украины. Это, наверное, говорит о том, что если есть база, есть возможность приезжать, проводить семинары и давать те передовые знания, которые нам необходимы в 21 веке. Благодаря юридической академии, благодаря факультету журналистики у нас проходят практику студенты первого, второго, третьего курса. Вот сейчас пришли девочки. Вы знаете, я хочу сказать, что или мне кажется, или это действительно так, но с каждым годом уровень мотивации у молодых журналистов, вот честно, повышается. С Сергеем Васильевичем Кивалом, я имею в виду газету «Вечерняя Одесса», поддерживает давние отношения, я могу тоже иметь основания сказать о том, что очень приятно, когда человек, политик такого уровня, народный депутат, он не боится встреч, не боится открытости, не боится какого-то серьезного разговора. К сожалению, мы имеем массу примеров обратного порядка, и это очень плохо. А что касается Сергея Васильевича, ну тут я считаю, что это очень хорошо, что у Одессы есть такой депутат народный.
26 років тому, 6 червня, Національний союз журналістів України приєднався до Міжнародної федерації журналістів, найбільшої в світі організації, яка захищає професійні та соціальні права журналістів. Відтоді саме ця дата стала головним професійним святом всіх українських журналістів.